ну не такой уж и злобный тип. Может быть, но как по мне, он тот еще сексист. Отличная работа. По-любому целый день придумывал. Да просто для вдохновения тебе. Ага. Привет. Привет. О, чё, как тебе? Представь, Накай Сан против Магнуса Уокера. Кто кого? Брось, вопрос бессмысленный. Ты меня огорчаешь, парень. Не-не-не, да тут всё понятно. Я по-любому поставлю на Накай Сана. Если только Магнус не будет на RWB... И тогда наступит конец света. Ага, толково. Просто надеюсь, что когда-нибудь соберу что-то достойное на Кайсана. А я что говорил? Нас ограничивает только наша фантазия. Кстати, насчет ограничений. Я тут думал, как обойти всех в модификации мотора. Бешеная сила, понимаешь? Все просто. Надо кучу денег и много работать, и все. Я так мыслю. С чего это мы такие нежные? Какой прок стоять в сторонке и осторожничать? Ты подумай. Какая нужна репутация, чтобы были деньги на такую тачку? Тут нужен серьезный подход. Прости, старик. Я все запорол, да? Ага. Он у нас такой. Классный дрифт. Как Спайк любит говорить, это серьезно. Вернусь к себе, заглядывай, как готов будешь. Ладно, пока.
Вышла на богатых людей, но играют они только по-крупному. Так что тюнингуйся. Чао. Думала, вы там со Спайком уже точно меряетесь татушками. Местечко что надо, да?
Блин, с голодухи помираю. Где эта чертова пепперони? Мой желудок уже сам себя ест. О, спаситель-то мой. Пару часов назад была свежей. Приехал кое-кто, с кем тебе надо встретиться. Ребята называют себя Риски Девил. Видела их в деле. Кузов в заплатках. Везде стяжки. Что угодно, лишь бы держалось. Во, посмотри. Эйми бы удар хватило такого диска. Точно говорю. Но эти парни, они гордятся своими вмятинами. Эй, Роб, не поможешь тут чуток? Не могу уровень пройти. О, хочешь, чтобы я тебе руку подержала? Юморист. Короче, я буду здесь, а ты постарайся заинтересовать их. В общем, позже спишемся и подрифтуем. Давай. Надеюсь. Да? Пока.
Ну как оно? Готовы, лузеры? Хэштег подпольный дрифтобунт. Это Робин. Эй, Роб, давай. Нет, без меня, Куки. Ну, смотри. Thank you.
ответить. Да еще. Эти нарушители на прокачанных тачках. Многих вообще не узнаешь, пока за ними копы не погонятся. Хай, Спайки. Как оно? Эй, слушай, надеюсь замутить что-нибудь, как в старые времена. Но может как-нибудь встретимся где-нибудь все? У меня никак. Дела срочные. Возвращаюсь в бункер. Надо кое-что доделать. Не, извини, Спайк. У меня планы. Ладно, как хотите. Пока. До связи. Ладно, в бункер собрался. Тут может быть только одна причина. Ладно, словимся там, друган. А, да, про бункер. Ману любит там торчать. Заброшенное подпольное место. Та еще дыра, но там весело. Чао. Думал? Отлично. Задел. Thank you.
Жалко, лететь уже надо, а то бы еще погоняли. Потом словимся. Осторожнее там. Пока. Это я. Хотела узнать, какие планы? Привет, Роб. Как насчет асфальт пожечь? Подожди, я на телефоне. С нами не хочешь? Ты с кем это там? Угадай. Пусть едет с нами. Вместе веселей. Так что скажешь? Да тихо ты! Короче, наверное, там увидимся.
Это было здорово, просто круто. Давай, приезжай на следующий заезд. Будет много народу, отличная атмосфера, такое нельзя упустить. Эдди с Восточного района. Он раньше был главным заводилой. У него есть еще симпотная подружка, Мелисса, с которой я как-то... Ну, ладно, в общем, неважно. Давно это было.
Они устраивают гонку для элитных гонщиков. Элитных значит с высокой репутацией. Будь на связи. Народ, а твоя репутация пока не дотягивает. Дрифтуй, гоняй, наматывай круги. Да хоть мир спасай, мне без разницы. Только попади в этот список, понял? Держись рядом и не зацепи никого.
Думаю, тебе уже не терпится на больших лошадках погонять. Те крутые ребята наготове, только дай знать. Удачи! Смотри, как рычит. Поглядим, как ехать будет.
неплохо. Но не буду разбрасываться комплиментами. А то раскладываешься еще. Мне пора. Не теряйся. Thank you.
Блин, я реально думала, что тебя там повяжут. Это было что-то. В общем, вылетаем мы на перекресток, и тут вдруг какие-то чудики нарисовались, а сразу за ними копы. Лучше делай, как Трэвис делает. Попался, отстегнул и до свидос. Курсы для нарушителей все равно онлайн. Ага, одно нарушение ничего. А вот несколько, то без залога уже никак. Верно, но если знаешь, как уйти от копов, уйдешь. Плетешься такой на своей зэшке, заезжаешь на парковку и... нет тебя. Совсем, что ли? Вертушка тут же прилетит. Засветишься в вечерних новостях. Объявят в розыск и прости, мамуля. Именно. Вот такие лихачи нам все карты и портят. Всегда говорю, держись подальше от центра. Да. Ни разу не пробовали свалить? Просто, чтобы себя проверить. Да как-то нет. Слушай. Ты с кем там промышляешь, а? Может, с нами поделишься? Спокойно, старина. Релакс. Ты их не найдешь. Они тебя найдут. Сначала думаешь, это какая-то развалюха. А он... делает тебя на старте и исчезает в ночи. Да я просто говорю, вдруг он один из тех, кто... Thank you.
погонять. Поглядели бы, сколько выжить сможем. Дай знать, если захочешь.
Ну-ка, да? Вот так-то. Держись рядом и не зацепи никого. Намечается. Все серьезно, так что не подведи. Можешь даже Эймс попросить, чтобы помогла. Ребята шутить не будут. Давай.